Итак, дорогие друзья, сейчас мы играем предпоследнюю катку. Так случилось, что у меня заснайпили подписчики. Я их об этом не просил, просто подобрались. Ну как подписчики? Один был подписчик и два рандома. Мы их на изи выиграли, то есть, ну это катка изи была. И остается последняя игра. Два кубка до 1000 трофеев, до 30 ранга. Я не знаю, как сейчас завершится эта игра. Это, блин, будет супер сейчас максимально страшно. Но прежде чем мы перейдем к катке, я хочу поблагодарить Гарду, Эрика за помощь. Я на них обязательно ссылку оставлю в описании. Вы обязательно тоже подпишитесь. Не будьте, не игнорируйте это. Реально поддержите, им будет приятно и мне будет приятно. Следующее, смотрите, сейчас я это все нарежу у себя потом в монтаже. Я вам сейчас ставлю катки со стримов, где мы выигрывали, ну, интересные катки. То есть, были катки, где нас снайпили. То есть, ну, я их вставлять смысла нету. Что, смотреть, как нас заснайпили. Я вам ставлю катки, где мы играли против реально топов. И играли, ну, может, не топово, но я старался. Поэтому зацените вот сейчас несколько каточек. А к последней мы вернемся после просмотра этих каток. Поехали. Кто там? Уф, что-то мне уже страшно. Ник это там топ. Ну, топ, короче. Так, ладно. Вот скажи мне, как против рикошета? Стой просто. А. Я просто обходил на скорости и его убивал. Не Поехали. Ну вот так. А что ты по таре не стрелял? Что? Я? Нет, мне. Блин. Ой, хорош. Вот это было спасибо. А то он меня заколебал. Так. Я заберу. Нет? Не надо, ладно. Не. Все, понял. Мне просто... Они поменялись флангами. Понял, вижу. Я сейчас старую попробую снимать. Лучше... Давай. Хорош. Нифига себе, попал. На автоатаке. Ну, повезло. Так, джинс с этой, с присоской. В принципе, у меня два гаджета, все в порядке. Я сейчас кого-то... Таре не нельзя дать набить ульту. Че, кого будем притягивать сейчас? Я не знаю. Давай так. Блин, брат, ну что ж ты? Ой, хорош! Да ладно! Тарва присоска. Тебе надо гаджет. Использую. Ёпала мать, вот это катка. Вот это, блин, как ты выжил? Это гаджет, это да? Было ожидаемо, да. А, ты уже заранее, да, его прожал? Ну да. Ну, точнее. Не-не-не, типа, он меня притянул, гаджет заменился. Блин, ну я просто... Офигеть, тупо офигеть. Так, что у нас там? О, рандомы, да? Нет, снайп, Вадим. Да он уже на снайпе. Да, вы гоните. После этой катки нам 6 каток останется. 6? Смотри, там... А, это только Вадим. Да. Вадик. Не бей его. Этих бей. Отсоска. Клац. Вадим, ну ты, конечно... Гений. Как вообще гаджет набо? Нормальный или такое? Да, он очень имбовый. Да? Угу. Он постоянно копит ульту, пока стоит? Да. И его срок действия пока не убьешь, да? Угу. Да. У него 1000 хп. Не как башня в этом, как Клэш Рояль. Угу. Ты... Ну, я понял. Ну, тут то же самое и с турелями, с мортирами тоже, сука. Да, это надо убить. А как ты считаешь, это нормально, что вот поставил турель, и она не умирает сама по себе? Это нормально или... Помогите Фрэнка убить. Я вообще-то вопрос задал. Еще раз. Ну, говорю, как ты считаешь, нормально вот это, что ставишь мортиру, она может бесконечно стоять, ну, типа... Ну, да. Нормально, да? Ну, хотя, да, в принципе, да. Игра динамичная. Ее же сломать можно, типа, да, не так, как рояль. Да. Мортиру поставишь, и кто ее сломает? Ну, типа, если... Ну, ладно, понимаешь. Вадим, если ты это читаешь, то ты красава. Да, Вадим, блин, у Вадима 930 кубков. Итого, ребята, 969, господи. Тебе один кубок останется. Как у меня, кстати, у меня тоже один кубок. Да, ты на видос апал, Эрик? Да. Так, сейчас я чекну, доната там не было, чтобы я понимал.
Так, здорово, помнишь меня? Пропиарь, пожалуйста. Так, это я помню. Так, ну что? Вот сейчас ты точно подбор можешь пиарить, а то подбор долгий, наверное. Так некого пиарить, никто не... Привет. Закажите кто-то рекламу. За 2000 пропиарю. Лен, сейчас я уже. А? Тут уже... Тут либо конец, либо не конец. Так, можно в друзья? Глеб Молчанов. Куда в друзья? Если добавить в Brawl Stars, да, можно, это 500 рублей. Только хэштег свой. Или ссылку на добавление. Катка сразу, ёптель. Да, ёптель. Опять они. Андердог. А у нас же не андер... А, андердог. Блин, сейчас мы... Без... Давайте затащим, тихо. Да, надо отыграться. Сука, хорошо пингвин играет. Прям предиктит, куда я иду. Нас просто Джеки попает. Бля, ну он не дает мне даже подойти к нему. Нет там никого, Эрик. Да ладно, 27 хп. А я, блин, зря, да, слил? Так, ну хотя бы тут не мистер Пи у меня стоит всяк. Я знал, что на тебя сейчас. У меня еще один гаджет остался. И у меня два гаджета. О, хорошо. Ой, хорош, Эрик, хорош. Давай я этот соберу, кристалл. Там для Нарута, не, я не знаю. Один кристалл. Давай заберем у нее сейчас. Давай, бей. Да, у нее нет, я... у Джина нет ульты? Все, убегаю. Есть ульта, мне надо ее притянуть сейчас. Эрик, стой, аккуратно, так. Давай, е, все, да! все, это победа. Найс. Nice. Подожди, тихо, там у Джеки можно. Да, что она сделает? Найс, чекай их кубки. Андердог, первый раз. Пау, просто андердог, е, мэн. Смотри их кубки. Я звездный игрок. Блин, плюс класс. 3. А, всё, текст. Все, нормально. Тебе будет не останется один кубок. Из-за андердога. Капец, тупо плюс 9, да, дали? Кто там? Анлаки, опять. Мы ему проиграли, ну ладно, давайте. Будет так же, как и с этими. Ебать, я первый раз выиграл в андердоге. Постараюсь. Не надо. Блин, я ульту сейчас им дашь, очень плохо. Ну, блин. Нормально. Я могу притянуть, я могу подожди. Да, я сейчас притяну. Я готов, если что. Там пока раз крутится что-то. Притяну. Давай. Найс. Ай, блин. Заберу. Не может, не надо было, ну ладно. Да. Убери маркиру. Ай, понял. Я гаджет. Нормально. Найс. Давай, притягивай. Вытяну. Есть. Где этот? Ладно, давай отхилимся. Давай. Аккуратно тут со станом. Ага. Мишка. Застанем. А-а-а! Хорош. Я сдох. Ну, уходи. Я живу. Хилюсь. Хилюсь полностью. Блин. Уходи. Уйди, Ваня. Уйди. Поменяйтесь лучше. Я откину снова. Ага. Подбери мой гем. Ага. Убей, блин. Не могу убить, ладно. Бля. Ладно, я рашу. Давай. Всё, пи***ц. Подожди. Тихо. Я использую эту. Есть. И моя класс.
Да, ребят, это победа. Ах, извините за мат, это пи***. Дефайте меня, дефайте срочно. У меня гаджета нет просто. 5 секунд. Соберешь мой гем. Да ладно, в смысле? Собери мой гем. Я не подберу, алло. Убивай, 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 нормально. Отлично, хорош. Гема собери. Я сейчас оттяну розу. Хуя себе не рашат. Блин. Хорош. Тихо. Отлично. Всё. Просто такая затяжка. Да! Йоу, 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 пацаны. Опять я звездный игрок. Да ты гля на это. Ну что ж, теперь я готов. Последняя катка. Пожелайте все удачи. Прожмите все лайк в этот момент. Я вас очень прошу. И подпишитесь на канал. Блин, я буду рад, если сейчас получится победить. Вы готовы? Да. Да. Ну, поехали. Погнали. Поехали. Я реально, я реально очень бы хотел, чтобы последняя катка была не снайп, но и при этом не поражение. Да, ты сейчас знаешь, типа, хочешь не снайп, лови топовый. Опа. Ну, это вряд ли снайп. Так. ББГ. А, лимон. Жесткие, они да? Заснайпили. Они заснайпили, но они вряд ли победу отдавать. Так давай играть, давай играть. Ну, давайте. А, ну, я понял. Ну, это хорошо, что... Даже если проиграем, блин, ну, зато мы... Старались. Так, все. Поехали, ребятки. Все, пожелайте удачи. Все прожали лайк в этот момент. Подписались. Так, вы говорите, что мне, если что, я не так делаю. Я на гаджете врываюсь. Нормально, нормально. Добьете 280 хп? Угу. А вы мертвы, не? Что вы делаете? Алло, гарда что-то стоит. Гарда только что факашил. Я чувствую. Гарда. Обидно. Блин, ребят, ну... Я тут, я тут, я тут. Давай убьем. Давай, 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 давай. Где они, где? Я собрал, собрал, собрал. Да ё-моё, гля, вообще тупо уничтожают нас. Да, на... нормально. Не иди, не иди, не иди, всё, куда всё. Ты, куда ты там? Я думал на гаджете, ладно, я понял. Не. Давай замочим ее. Блин, там да. Джин. Немного. Я заберу... Блин, я туплю. Ладно, все. Нормально, нормально. У меня гаджета нету. Блин, сложно. У меня гаджета нету. Гарда, давай... Угу. Опа, опа, смотри, как я подфармил. Угу. Блин. Блин, нам надо что-то делать. Там Джеки сейчас. Давай я на Джеки пойду, а то я тупо. Не надо, не надо, тебе гему, не надо. Блядь! Можно пиар-канал. Последние деньги. Жаль. Сможешь добить 11500. А, и оцени форму. Ссылка удалена. Ну, такое тоже бывает. Ого, а чё у них так кубков мало? Они заснайпили, да, специально? Да. Блин, жалко. Ну ладно, ладно, погнали, ничего, ничего, вообще плевать. Дапаем все равно, дапаем. Блин, я затупил, я, короче, вышел с гемами. А, с гемами, да, на Джина. Они нормально перехватили, хотя мы нормально держались. Ну ладно. У тебя ровно косарь будет. Что? Да, если две катки победим. У тебя ровно косарь будет. Поехали. Блин, это что? Dark Angel? Не-не-не. Это другое. Блин, я бы этого не пережил. Так, ну хорошо, хоть не снайп. Да снайп, не снайп, они не играют нормально вроде. Ой, фиг нормально, как минимум. Так, есть все, отлично, вот так я люблю, когда... Так, вы там добьете, да? Да, да. Чё мне... Я тут стою на фланге, да, иди, короче? Да, да. Так. Если хочешь. Нет, ладно. Нет, не, ну нафиг она нужна тогда. Так, я держусь. Блин. А, на. Иди сюда. Добьешь ее? Не знаю.
И она меня убила, прикинь, капец, бред какой-то вообще. Я не знаю, там Джин есть? Джин есть. Крутой. Эрик, куда там? Роза, нет? Нет, там Роза, да. Нет. А где она? Вот Роза. Она. Роза, я же скажу. Давай. Отлично. Блин, ну это последний, да, гаджет, я так понял? Да. Так, ну, шанс на то, что притянешь... Убивай, убивай. Бегу, бегу. Добил. Так, стоим, стоим. Хорошо. Стоим, ждем, ждем, ждем. Есть. Опять, что ли? Она два раза ее использовал? Все, тихо. Тихо, тихо, надо. Тихо. Вот бы его притянуть. Это было бы вообще... Хорош! Давай, 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 давай. Есть, все, уходим. Я вот прям... Красава. Я знал, что ты так дыхание задержал, да? И такой, была не была. Но это, да, это единственный был выход. Если бы мы не притянули, все. Так, смотри, у него что же Джин? Ой, бля. Сука, 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 сука. Мы проиграем, правда? Мы же выиграем, ребят, мы же выиграем. Собери, там Джин снова крутой. Ухожу. Фух. Пошли нахер. Жди, пока щит пройдет. Давай, давай. Все, мы тебе будем дахать. Ульта Джина. Прикройте меня, прикройте меня. Крой. Найс. Я же замокрел. Е! Последний бой. Последний бой. Идем сразу. Ты это записывал на видео? Да, у меня аж спина вспотела. Не, вот это, когда ты его словил, это просто жесть, это реально. Вот если бы ты его не словил, это тупо минус 10. Это просто жесть бы была. С этого можно, кстати, два видео сделать, как мы там нарезки со стрима, как вот сейчас играем. Первая часть по-любому будет 950, вторая часть это косарь. И я и туда, и туда интересные моменты нарежу, там, блин, реально круто было. Да. Двое на день рождения. Подберется, подругаемся. Катка. Ну. Снайп! По-моему. Нас всех шок... Даже если не снайпер, то победим. Победим! 8 бит. Да, там 8 бит. Ура! Блин, я так не хотел последнюю катку именно такой. Вот серьезно. Ребят, ну я реально не могу выбирать, кто мне подберется. Вот подобрались они. Это победа. Это 1000 кубков. Ёпа ломать. Да, Ребзи. Ну, правда, на поводу снайпа... Не судите строго, я понимаю, что это не совсем классно, не совсем трушно, но я не виноват, что подобрались они. Мы играли, вы видели, как и против топов, так и против обычных игроков, так и против снайперов. То есть, кто подбирался, мы всех... Мы против всех играли. Было бы обидно, если бы нам каждую катку давали, а так мы даже очень сильно... Мы даже в одну катку залетели в аутсайдер, и мы ее затащили. Нам дали плюс 9 кубков. Когда должны дать... 6, короче, я... Можете поздравлять. Блин, давайте закончим. Потому что я чувствую сейчас, либо что-то произойдет. Тихо, подождите. Давайте сейчас закончим. И можете поздравлять. Ой. Блин, это было круто. Я реально доволен. Я когда Спайка не довел до конца, у меня прям вот разочарование. Я думаю, ну капец, ну чё. Ну, на Спайке не... надо... Ну, больше, да, скилла, чем на Джеке. На Джеке поизичнее играть намного. Ну, да, там на Спайке надо ключ. Джеки реально очень имбовый персонаж. Если такой лох, как я, даже взял ее на 1000 кубков. Прямо сейчас! Та-дам! 30-й ранг! Сюда иди! Ровно 1000! Блин, пацаны, от души вам всем, реально, просто от души. Пацаны, я вас всех люблю, реально. Обнял, поцеловал, классно. А, косарик. Короче, конечно, спасибо Гарде, спасибо Эрику. Подписывайтесь на них, ссылка в описании. Обязательно отблагодарите. Они реально красава. Гарда вообще топчик. Со мной от начала до конца. Вот, да. Мучился реально. Он, короче, ну, мы вот на прошлом стриме прямо вообще с ним. Ну, поздравляю, Холдик. Он терпел. О, спасибо, спасибо. Просто от всей души поздравляю. Спасибо, братан. Ох, в общем, такие, друзья, дела. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, кого бы хотели еще, чтобы я попытался. Конечно, это чуть-чуть имбовый персонаж, чем другие, но тем не менее, может быть, кого-то в будущем еще попробую. Всем удачи и до новых встреч. Чао.